О смысле жизни много говорят, о смысле жизни диспуты проводят. О, сколько тех, кто много лет подряд об этом споря правды не находят. Они сегодня с раннего утра кричат на тех, кто Бога прославляет, кто лишь у ног Спасителя Христа великий смысл для жизни обретает. Нет, мы не против радостей земных, нет, мы совсем не против развлечений, мы против грязи, что сокрыто в них, мы против их порочных проявлений. Все создал Бог, смотри, земля полна Его даров, Его произведений. О, человек, тебе она дана для радости, для счастья, наслаждения. Бери, живи и радуйся всему, но не забудь, кто дал тебе все это. Будь благодарен Богу твоему, владея этой солнечной планетой. О, если б мир его поверил весь, его святую волю исполняя, какой прекрасной жизнь была бы здесь, сердца людей блаженством наполняя. Но в этом мире зло, коварство и разврат, а Бог и люди слышать не желают. На брата руку поднимает брат, в грязи пороков люди утопают. О, человек, уже ли в этот миг ты изберешь уделом наслаждение, когда сегодня на глазах твоих катится в пропасть наше поколение? Возвысь свой голос, ревностью горя, вступай в ряды ты воинов Христових под знаменем великого вождя. Иди и ружь греховные окови. Нужны сегодня верные сердца, горящие любовью неземною, способные бороться до конца, готовые пожертвовать собою. Иди и светом истины сиять, к добру и правде призывая ближних, всего себя для этого отдать. Вот цель, вот смысл короткой нашей жизни.